Кто там ты, Юж? Кто там? Ты, кто там? Пришли? Офигеть, это Дед Мороз и Снегурочка пришли. Потом мы сейчас... Тело, Снегурочка, на крыльях ветра. Много тысяч километров над замерзшими лесами, да над полями, да над морями. Я спешил, ребята, к вам, моим маленьким друзьям. Ну что, будем петь и веселиться? Да. А в танце весело кружиться? Да. Вот это молодцы какие! Умнички, ждали нас, дедушка, ждали ребятки! А как же ее зовут? Верти. Очень приятно познакомиться. Ну, молодцы мои хорошие, раз у нас есть такая красивая елочка, такие веселые, дружные ребята. А вы не испугаетесь? Знаете, волшебную игру? Ведь у меня же есть волшебный посох. А дедушка вас научит. Игра «Заморожу-заморожу» очень холодная. Но в Новый год деткам никак не вредит. Все детки... Это мороженое. Это почти как мороженое. Точно. Как снег. И как снег. Только морозить он будет ваши ручки, носики, животики. Мы сейчас проверим, знаете ли они, где у них ручки, носики, животики, мои хорошие. Где у вас ушки? Носики. Носики. Коленочки. Коленочки. Носики. Носики. Ушки. Ушки. Ой. Ой. У кого ушки? Мы запутались, на Дедушку Мороза смотрелись. Дед Мороз. Носики. Коленочки. Животики. Ушки. Носики. Коленочки. Коленочки. Ой. Ой, у тебя что, на голове коленки? Ну хорошо, я думаю, вы тогда справитесь с моим заданием. Я, кстати, вчера забегал к Леночке, да, заморозил ей коленочки. Надо делать. Коленки прячьте, скорее прячьте, чтобы Дедушка Мороз вам коленки не заморозил. А еще зашел к Илюшке. Да. Заморозил ему ушки. Ушки, чтобы Дедушка Мороз не заморозил. Ой. Так, еще к кому заходил Дедушка Мороз? Я еще зашел Галочке. Так. А с ней играл я в догонялочки. Ой, Дедушка Мороз. Спрятались от тебя ребята, убежали. Выйдет без колес паровоз, паровоз. Паровозом Дед Мороз. Стоп, мои хорошие. Остановка! Хохотушкина! Молодцы, мои хорошие! Ну что, поехали дальше! Танцевалкина! У нас такая новогодняя пати, да? Молодцы, мои хорошие! Поехали! Ну-ка, вагончики, собирайтесь скорее! Готовы? Готовы, дедушка! Поехали, едет, едет паровоз. Великий умы, что, где, когда просто. 10, молодец. Конечно, давайте похлопаем друг другу, молодцы. Скажи, пожалуйста, Дедушка Мороз, ребята такие молодцы, и загадки твои сложные отгадали, и танцевали, веселились, да, пели. Окей. Ну скажи, дедушка, а они заслужили подарки? Берт, иди сюда, ну, отстань, хватит приставать. Заслужили, мои хорошие. Посмотри, все забываю, вот это да. Иди скорее, какой большой для тебя подарок Дедушка Мороз приготовил. Что ты заказала, там ты ешь? А? Что это? Это заказано. О, здорово! Такой долгожданный. Мандарины вкусно пахнут. Елка машет веткой мне. И лесу, и мороз. Ой, Берти! Рассказывай, что шо, дедушка. И для Берти, косточка, ты посмотри. Берти! Ну, беги скорее, дари скорее. Ты ешь, дари скорее, Берти. Видишь, Дедушка Мороз. Для собачки твоей тоже спасибо. Спасибо, дедушка. Они никого не обделили со Снегурочкой. Спасибо. Мы вас очень любим. Дорогой,
какая красавица елка! Вот это да! Чудесно, ты только поглядите! Ну, мой орла. Это вы сами наряжали? Да. Правда? Ну, там, в гуще событий. Ой, молодцы. Зимой летом стройная, зеленая была. Зимой летом стройная, зеленая была. На праздник нам пришла и много-много радости детей.